Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на обзоре новый проект. Проект достаточно молодой и показался мне перспективным. Я думаю, что он может стрельнуть. Называется он Octopus Market. И главная цель — создать такой сайт, такое приложение, где люди могут продавать, покупать, либо обменивать товары с использованием именно криптовалюты. Да, то есть это такой криптовалютный, можно сказать, будет AliExpress, там Amazon, eBay и так далее. Действительно, таких проектов нам не хватает, где мы могли бы тратить свою криптовалюту, да, не выводя ее в фиат. И мне кажется, что данный проект из-за этого и может стрельнуть. Поэтому давайте познакомимся с ним более подробно. Ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте octopusmarket.io. Ссылочку я обязательно оставлю в описании, также оставлю ссылки на их социальные сети. Это и Twitter, ну а также Telegram. Будут какие-то вопросы по их проекту, вы сможете зайти в группу Telegram и задать их там, да, вам обязательно помогут и ответят. Итак, как у них гласит на сайте, время использовать криптовалюту в реальном ее назначении, да, то есть, ну, как я и говорил, они создадут такой сайт, да, то есть он еще не создан, да, сайт это будет и приложение, два в одном, где вы сможете покупать, продавать, либо обменивать какие-то товары и использовать для этого именно криптовалюту. Ну и как я полагаю, да, у них будет использоваться для этого именно их токен. Кстати, их токен сделан на блокчейне эфириума, он уже торгуется на Uniswap, но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Да, то есть посмотрим на его цену, на холдеров и так далее. Давайте мы воспользуемся переводчиком, чтобы нам было удобнее все посмотреть. Итак, их главная цель, о ней я уже вам сказал, да, то есть вы сможете покупать, продавать, обменивать и так далее. Что касается вот этого самого токена, да, он называется у нас OTP, и рынок, да, то есть, ну, Octopus Market здесь, чтобы стать лучшим рынком в сети Ethereum. Их токен-экономика была разработана именно для поддержки устойчивого роста, ну и развития проекта. Да, то есть здесь у нас имеется налог на покупку, как мы видим, да, и давайте посмотрим, сколько на покупку есть, и также у нас на продажу. Итак, что касается покупки, идет у нас 6% на развитие проекта, далее маркетинг 4%, налог пойдет на развитие сообщества, инвестировать в социальные сети и также на различную рекламу. Ну и 2% у нас идет на команду. Команде зарплату тоже надо платить, соответственно, 2% от каждой транзакции, когда кто-то покупает, у нас уходит. Да, то есть получается, что у нас 12%. На продажу здесь то же самое, да, как мы видим, 6, 4, 2%. Что касается общего предложения, здесь мы видим количество токенов, да, то есть количество токенов, ну не сказать, что большое и не маленькое, да, среднее. Здесь у нас идет отказ от ответственности, налоги на токены Octopus Market могут быть изменены в соответствии с листингом именно на централизованных биржах. Ну, там, соответственно, налог у нас не возьмется, да, пока он торгуется на Uniswap, этот самый налог у нас есть. Дальше, видимо, когда они залезятся на централизованные биржи, этого налога уже там не будет. Как они это решать будут, пока неизвестно. Здесь мы видим, какая полезность у проекта Octopus Market, да, то есть их план состоит в том, чтобы создать очень сильное сообщество, которое позволяет нам охватить весь мир. Создание именно, ну, такого проекта, да, с пониманием, восприятием для продвижения видения проекта. Они хотят стать частью мировой трансформации в цифровую валюту, предлагая именно рыночную такую платформу, где люди по всему миру могут свободно покупать и продавать товары и различные продукты. Ну и платформа, как я и сказал, будет у нас как и на веб-сайте, да, так она будет сделана и на Android, и на iOS. Также, что касается токена, да, то есть токен, давайте посмотрим, сколько он сейчас стоит. Он у нас имеется на DexTools, здесь можно смотреть, да, то есть торговаться он стал совсем недавно, как мы видим, график у нас от 10-го получается числа, да, от 10 июля. Ну и, соответственно, со старта здесь был хороший рост, потом у нас начали его продавать, да, то есть пошла просадочка, и сейчас опять откупают люди потихонечку, и у нас цена уже вернулась, да, как она была в начале, ну, чуть ниже. Я думаю, что скоро она пойдет вверх. Сейчас проект начинает заниматься маркетингом, да, то есть они закупают рекламу везде. Ну и, соответственно, цена у нас пойдет. Плюс сегодня у нас выйдет еще white paper, там можно будет все подробно почитать и ознакомиться с проектом.
Да, это всего лишь мое мнение. Я никого не уговариваю инвестировать в данный проект, да, то есть. Я просто высказываю свое мнение, делаю обзор проекта, я не знаю, вырастет он или упадет там, да. Соответственно, решайте, пожалуйста, самостоятельно. Все ссылки на проект будут в описании, поэтому вы сможете перейти по ним и ознакомиться с проектом самостоятельно, ну и принять уже решение. Да, то есть торгуется он у нас на Uniswap, ну и как мы видим здесь в основном одни покупки, то есть продаж очень и очень мало, да, то есть за последнее время у нас были только покупки. Проект только-только стартанул, здесь еще мало холдеров, это мы с вами посмотрим. И торгуется он у нас на Uniswap. Да? То есть как на Uniswap торговать, я думаю, что проблем с этим ни у кого нет. Коннектим наш кошелек, да, MetaMask, сеть именно Ethereum. Коннектимся, ну и, соответственно, покупаем, да, там, за Ethereum, за USDT, ну и за любую другую криптовалюту, да. Для транзакции нам понадобится именно Ethereum, да, нажимаем «Обменять». Соответственно, подтверждаем обмен, подтверждаем это все дело в MetaMask и приобретаем. По холдерам, как я и говорил, здесь действительно их очень мало. На данный момент это всего 60 человек, то есть проект на самом старте и действительно может оказаться гемчиком, если команда будет развивать его, если она подготовит платформу. Да, по дорожной карте мы посмотрим сейчас, когда она у нас планируется, если будет много маркетинга, люди начнут сюда заходить, ну и, соответственно, количество холдеров будет увеличиться, и, соответственно, цена у нас также будет идти вверх, да, то есть будет здесь рост. Ну и, как мы видим, здесь у нас транзакции, 7 часов была последняя, да, то есть, ну, не так часто покупают и продают данную у нас монетку. Также вы можете отслеживать цену на CoinMooner, да, то есть вот у нас цена, ну, токенов у нас большое количество, ну и, как я сказал, у нас недавно только все это дело стартануло, цена еще не такая большая. Итак, давайте теперь опять перейдем на сайт и посмотрим с вами дорожную карту проекта, что у них запланировано. Итак, здесь, как я понял, галочками у нас нарисовано, да, то есть что уже сделано. А вот крестиками у нас отмечено, что еще не достигнуто, но что они хотят сделать. Итак, у нас запуск токена состоялся, запуск веб-сайта и также листинг на Uniswap. Также они запустили свои социальные сети, это Telegram, Twitter, ну а также YouTube. Далее, у них первая цель это 500 холдеров, также 1000 пользователей Twitter, уже достигнуто. Telegram 1000 пользователей, ну кстати, уже это тоже достигнуто, здесь они, видимо, не поменяли. Так как если мы перейдем с вами в Telegram, то мы видим, что на данный момент уже почти 2500 человек в их Телеграме, да, то есть народу здесь уже имеется, и, соответственно, они уже набрали. YouTube 500 подписчиков, далее у нас глава 2 идет, здесь, соответственно, ничего еще не сделано. Информация об обновлении DexTools, далее у них планируется листинг на CoinMarketCap и листинг на CoinGecko, ну а также они планируют пройти аудит от Certiq. Кстати говоря, они уже прошли KYC, да, то есть мы можем посмотреть, они прошли верификацию KYC, вот у нас сертификат Octopus Market, да, соответственно, верификация пройдена, и все это имеется на GitHub. Кому интересно, можете это также посмотреть, но то, что они прошли KYC, это уже зеленый свет, так сказать, да, и это, конечно, очень хорошо. Далее у них листинг планируется уже, соответственно, на централизованной бирже. 3000 холдеров, Telegram 5000 человек, Twitter 10, ну, YouTube 2500. И они начинают маркетинговую кампанию, различные партнерские отношения и так далее. Далее, глава номер 3. Листинг на каких-то топовых биржах, ну, может, там KuCoin, Huobi и так далее. Далее, бета-версия веб-сайта, ну, соответственно, вот как раз-таки Octopus Market, где все будет продаваться. Далее, открытие социальных сетей на нескольких языках, да, то есть они уходят на другие рынки. Агрессивная маркетинговая кампания, полностью работающий веб-сайт, да, Octopus Market. Ну и также они запустят уже свои приложения для Android и для iOS. Ну и что касается четвертой главы, у нас еще, соответственно, она не написана, и дальше они ее обновят. Плохо, что здесь нет дат, да, то есть расписано все именно по главам, но можно спросить в Телеграме хотя бы какие квартала, да, соответственно, в каком квартале уже будет готово само приложение, потому что я думаю, что когда оно выйдет, соответственно, у нас цена еще больше полетит. Здесь как приобрести, но я думаю, с этим проблем не возникнет, я уже вам показал. Также имеется адрес контракта, ну и команда. Да, то есть команда здесь у нас из 3 человек на сайте, ну я думаю, что команда больше, да, то есть
Потому что разработка, я думаю, занимается не один человек. Это сделать тоже нужно, да, и это тоже сложно. Ну и, соответственно, здесь у нас, так скажем, генеральный директор показан, да, то есть основатель, IT-директор, ну и дизайнер, и разработчик, да, то есть социальных сетей, к сожалению, на их профиле нету, но имеется фотография, а также имя, а также они прошли KYC, что тоже круто. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект Octopus Market понравился. Выглядит действительно интересным, ну их идея, она необычная, я думаю, что многим она зайдет. Сейчас проект на самом старте, конечно, рано говорить, что с ним будет, да, что будет с их токеном. Очень мало холдеров, а цена сейчас тоже маленькая. Соответственно, здесь нужно пилить саму платформу и хорошо заниматься маркетингом. Если команда здесь опытная, то такое может стрельнуть. Да, я, конечно, не уверен, просто высказываю свое мнение, поэтому на него не полагайтесь, решайте все всегда самостоятельно. Все ссылочки на проект Octopus Market вы найдете в описании под этим видео. Обязательно переходите и изучайте. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!